Всем здорово. Сейчас мы будем гулять на улице. Гонять даже. Я бы сказал. Надеюсь, Ева и Олег не придут. А то они меня задолбали. Так, что там на улице? Нормально. Ладно, сейчас я оденусь быстро. Готово, я оделся. Вот. Ладно, пошлите. Осталось только шапку, сапоги и варежки. Ой, как. Ладно, сейчас покажу, как я надеваюсь, блядь. Ну, еб твою мать, опять еще носки надевать на эти сапоги. Как меня это бесит. Наконец-то я это напялил. Задолбало. Кого это тоже бесит, жмите лайк. Кстати, которые я видео снимал в 4 года, это дурные были видео. Не обращайте на них нафиг внимания. Сейчас нормальные видео начали выходить. Блин, варежки придется не надевать. Ладно, пошлите. Давайте вот этот КамАЗ возьмем. Идем, идем. Блин. У меня камера трясется. Я же ее ровно держу, и что она трясется? Сюда. Так. Я знаю. Неудобно вообще. Неудобно вообще с этим чехлом. Чё это собака? Сука. Вот. Раз, два, три. Ёлочка, гори! За мной давай! Голова нахуй раскалывается. Уже что, лето? Не, еще зима. А сейчас четверг. Походу пятница. О, что за у меня? Где мои санки? Это что? Что это за какунка? Или что это? Фу, говно какое-то. Чехол еще такой неудобный. Чехол, книжка. Вон. Так как это на камеру? Вот, чехол, книжка. Вылетай. Вылетаем, книжка. Чехол, книжка. Ладно. Давайте домой. Что-то нет настроения. Фу, бля. Давайте что-нибудь поделаем. О! Еще и раздеваться теперь. Заебало это нахуй. Ладно. О, рысик там. Вам не видно, но мне видно. Вот, сейчас вам покажу моего кота нового. Вот. Он был котенком. Долбоебом он еще был тогда. А сейчас уже нормальный. Вон, не верите? Чехол книжка. Ёбаная чехол книжка. А 17 телефон. Кто хочет в моей школе учиться, приходите. Улица Олега Кашового, дом 21. Приходите в этот дом. Вон, забор такой вот, москвичистый. Вот он. Короче, вот такой вот забор. Дом был старый, в 9 лет.
Мне еще тогда не было. Потому что мне сейчас 9. Прикол. Так, что мне сделать? Сейчас вон дом для рысика. Смотрите, какие у меня друзья. Вон. Не видно, наверное. Да ёбаный в рот. Карандашом написано. Да и так не видно, чего с камерой нахуй. Не, все равно не видно. Камеру нахуй надо протереть. У жопе у кота. Ладно, пошлите на улицу. Еще раз. Да ладно, я пошутил. Ой, давайте потренируемся гантелями. Ой, гантелями. Перед тренировкой всегда положено пить воду, чтобы нормально качаться. Ладно. Все, нахуй напился. Пивасика. Не пивасика, наверное. Ладно. Не верите то, что я тренируюсь каждый день. Ну, не каждый день, иногда. Ой, а где гантели? Куда батя гантели спихал? А, вот они. Легкие какие-то. Так, сколько тут килограммов? 5, 5, 5. А, это... 20... А, это 30 килограмм. Килограмм 30. Понятно, вон. Некоторые подтягивают вот так вот. Как под... блядь, как поднимаю гантель я? Вообще легкотня. Самая легкая. Я как Шварценеггер. Прическа, блин. Как у Шварценеггера. Лучше двумя руками, а то одна рука будет сильная, а другая слабая. Пиздец какой-то. Кстати, еще один лайфхак для рук. Если хотите, чтобы у вас руки были сильные и здороваться, как я, очень сильно, чтобы прям другие заорали, то просто купите экспандер для рук. Один раз потренировался, вот, например, 20 раз на этой руке, вот так вот. Надо, чтобы он сжимался вот так вот. Тут у меня 30 килограмм. И на другой руке также. Короче, вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, блядь, двадцать. На 20-й уже очень сложно. Да, блядь, камера чуть не упала. Держать неудобно. Наверное, я сниму чехол. О, снял чехол. О, у. Теперь легко. Вон. Двигать теперь легко. Может, снимем видео про реалистичный Майнкрафт? Давайте. Кто не верит в то, что я могу две гантели поднять, ее надо закрутить. О, о. Если не закрутишь, то плохо будет. О. 20 раз давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ёбаные 20. Ух, блядь, руки уже устали. Значит, надо больше тренироваться. Я просто перестал тренироваться уже. Ладно, давайте наденем чехол обратно. Ой, надел. Ладно. В следующей серии я
сниму видео про реалистичный Майнкрафт. Наберите хотя бы 2 лайка на... Ой, а то ни одного лайка, ни одной подписки. Меня это заебало. Я каждый день снимал видео. И вот посмотрел на лайки и подписки. Перестал видео снимать. Если у меня будет много лайков и много подписок, ну вот хотя бы, вот, например, 10 или 20 подписок, лайков, то я буду очень много видео снимать в день. Ну вот, например, 7 видео в день. А в неделю получается это 7, 7, 7, 7, 7 и еще раз 7, 7 видео будет в неделю. Короче, это надо просто умножить, и получится это число. Ладно, всем удачи и всем пока. Днем рождения меня, с днем рождения меня.